Привет, друзья! Голубцы с морковью – это яркая и пикантная закуска, которая однозначно придется по вкусу практически всем, а готовится она очень быстро и без особых затрат. Кочан капусты необходимо разобрать на отдельные листья и срезать толстую сердцевину. Листья капусты отвариваю в кипящей воде. Здесь есть некоторые нюансы. Если вы хотите получить хрустящие голубцы, то варите капусту меньше по времени. Если более мягкие, то, соответственно, варите дольше. Свежую очищенную морковь натираю на мелкой терке. На сковородке с растительным маслом необходимо протушить натертую морковь до желаемой мягкости. Мне хватило 5 минут. В конце обжаривания добавляю соль по вкусу. Теперь добавляю немного сахара. К тушеной моркови добавляю черный молотый перец. Добавляю выдавленный через пресс чеснок и все тщательно перемешиваю. На лист капусты выкладываю морковную массу и заворачиваю, как обычные голубцы. Голубцы складываю в судок. Голубцы поливаю растительным маслом. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, такие голубцы можно сделать более острыми. Для этого потребуется добавить еще уксус. Теперь голубцы нужно отправить в прохладное место или холодильник на 12 часов. Закусочные морковные голубцы готовы. Употреблять их нужно в холодном виде. Чем дольше они простоят в холодильнике, тем лучше и вкуснее они станут. Друзья, ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Всем пока!